Всем привет! Варенички с картошечкой, с капустой, с пылу с жару. У меня тут есть вот гигант, последний делала. Вон какой здоровый. Ой! Обязательно, обязательно вареники с большим количеством лука. А эти вот такие вот маленькие я делала. Хочу, 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 хочу. Тазик целый. Как же это вкусно. Картошечка, капустка квашеная. Горячие. Это шедевр. А какое тесто? У меня аж от горячего аж слезы прослезилось. Тесто шикарно, оно просто тает во рту. Обязательно попробуйте это тесто. Обязательно. Это, наверное, пока самое лучшее тесто для вареников. Просто вот оно тает во рту. У меня есть еще рецепт на канале вареники. Там другое тесто. Но это шикарное тесто. А мой гигант. Тесто. Прям еще повторюсь, бесподобная, идеальная. Мягко, с ним очень удобно работать, очень приятно. Горячо. Это супер. Очень вкусно. Кстати, я муж с ребенком не особо могут съесть, но без большого энтузиазма. А для меня это особенно в охотку, когда обычно такие вареники делаются на старый Новый год. Но я не дотерпела. До старого Нового года сделала сегодня. Вообще, их делают с сюрпризом. Например, там муку кладут. Монетку, сахар, соль, перец. И вот кому что попадется. Там раньше так дома делали. У родителей. Сколько начинки. Кто бы сомневался? Лука мало. Тут огромная луковица, все равно мало. А люблю прям, когда много лука. В общем, ребята, тесто идеальное. Попробуйте. Всем приятного аппетита!